Все мы мечтали о дальних морских путешествиях к неизведанным берегам и странам. Мы представляли себя первооткрывателями, отважными пиратами или милыми сумасшедшими девушками, дождавшимися алых парусов. Наша мечта почти сбылась. Мы – экипаж и волонтеры брига «Триумф». Вот уже последние несколько лет мы проводим походы и обучающие программы на борту нашего корабля. Мы хотим, чтобы у каждого, кто мечтал о том же, была возможность попасть на борт, нести вахты, стоять за штурвалом, ставить паруса и освоить морское дело. Бриг «Триумф» – одно из последних исторических судов российского флота. Мы стремимся сохранить лучшие морские традиции, и нас манят дальние берега Исландии. Но чтобы совершить это трудное и захватывающее путешествие и дать возможность разделить с нами радость новых открытий всем желающим, нам нужна помощь. Я с детства мечтала ходить под парусами, долго искала такую возможность, но, к сожалению, в России немного парусников, тем более исторических, на которых обучают морскому делу. И ну, вот теперь я здесь, и в этом месте моя мечта сбылась. Мы бы поставили прямые паруса и на грот мачту. Рангоут старый, может, просто не выдержит. Ну и не хватает нам, конечно, денег и на новый такелаж. А палуба? Этот корабль построил еще мой отец, он долго на нем ходил, и естественно, что все вещи со временем изнашиваются, и вот теперь кораблю срочно нужна реконструкция, иначе этот сезон может стать для него последним. Корабль нужно спасать. Сегодня фортуна нам улыбнулась. Одна из самых больших статей расхода – докование. Ее взял на себя флот реконструкции парусных судов. В мае 2017 года благодаря им нам выделили док. Это позволит поднять корабль, осмотреть корпус и выполнить необходимые корпусные работы. Но для того, чтобы эта возможность не пропала зря, необходим металл и оплата работы мастеров. Для этого нам необходимо собрать минимум 400 тысяч рублей. Мы принимаем этот вызов и рассчитываем на вашу помощь. И ждем вас на борту.